Всем привет, а вот и мы. Приветики всем. Начинаем вторую часть распаковки палета. Поехали. Так, у нас полочка. Но это хорошая полочка. Смотри-ка, я вот такую полочку рассматривал. Она для квазита. Видишь, тут они говорят, что... Экспендик. Удлиняются. Удлиняются. Перемещают. Телескопинг. Что ли? Ну, я думаю, удлиняются. И оверлаппинг. Накладываются. Накладываются друг на друга. Это, знаешь, это в шкаф большой, в гардеробную. Такие системы обычно устанавливают. Да. Угу. Их ты можешь по-всякому, как тебе удобно, ты их так и можешь разложить. Эти свои полки, потому что тут есть направляющие. Но это все на картинке, а что там внутри? Да, ну давай посмотрим. Вот здесь вот тоже похоже на это. Видишь, вот она и штанга есть какая-то вот для вещей. Очень похоже. А как там внутри? Это, интересно, специально вырезано или это сломано? Нет, это специально красиво, аккуратно вырезано. Угу. И я не вижу тут никакого намека на возврат. От 4 до 8 фит. Да? Типа удлиняться может. Это сколько в метрах? Метров тут не написано? Надо будет написать на экране. Напишем на экране, да. Не вижу ни одного намека на возврат. Она вроде как будто... Как будто... Но она открывалась ранее, потому что это скотч вот этот. Может, нам даже чего-то не хватает. Погоди-ка. Она как только так открывается. Да, здесь она приклеена. Подожди, давай я потяну. Нет? Я хочу посмотреть. Может, она должна, знаешь, как она вот так должна открываться. Так, это есть. Это есть. Точно. Вот. А, вот они намеки на возврат. А, да. Вот они все намеки. Спрятал, да? Ну, ты знаешь, я и не видел. Хорошо выглядит. Хорошо упаковано. Вот. Ну да, согласен с заводом. Да, отлично. Нам нужна эта штука? Я не знаю. Тебе нужна? Мне вполне все хватает дома. Она для гардероба, в гардероб мне ничего не надо. Я сначала я хотел добавить полки в гараж, но это не до этого. Это совсем другие полки. У нас они нам застройщик поставил. Да, у нас в шкафах у нас застройщик поставил, а в гараже я, наверное, какие-нибудь другие полки придумаю. Но не такие. Ну да, это не для гаража. Это не для гаража, а для шкафа. Предлагаю оставить его нераспакованным. Только в целях продажи, чтобы удачно можно было продать. Ну, как оно? Новое, запакованное. Давай, сами его найдем. Угу. Нашли мы эту систему в Walmart. И вот стоимость $127. Как и на картинке было нарисовано, это для шкафа. Она, скажем так, накладывается друг на друга, да. Ну, это такая самоделки такие. А, ну вот. Хорошая цена, $127. Ничего себе. Будем продавать. Далее у нас идет одна коробка, плоская. Тут написано Walmart, ну там какая-то информация. Самое главное вот здесь. Это первая коробка из двух. Первая из двух еще должна быть, вот, то есть это большая коробка, еще должна быть маленькая. Нет у нас этой маленькой коробки, у нас только это. Ну, может быть, это просто... Это, скорее всего, столешница. С какими-то большими деталями. Очень похоже на это. А вот эти мелкие должны быть в маленькой коробке, которой у нас нет. Мы можем открыть и посмотреть. Ну, а давай откроем, что он коробка конечно, есть. Конечно. Может быть, просто как столешницу его можно использовать. Придумать можно всякое. Я сейчас сам его вам открыть. Ой. О, вот там что-то брякает. Она должна... Ага, точно. Она как пицца открывается. Что она? Как пицца открывается. Пицца? Как коробка от пиццы, знаешь? Угу. Да, да, вот да. По краям тут надо открыть. Зачем ты сказал про пиццу? Я теперь пиццу хочу. Ну, возьми ты, приготовь. Недолго ведь. Что, разогрел, закинул, да? Ну, да.
Как они так вот упаковывают, да? Ну вот, да, товар возвратный, но положите вы две коробки на один палет. Она, это не возвратный товар. Разве? На 3.9 возвратный. Вот FedEx Ground. Значит, он нет, где-то ехал. Нет, это доставка. А вот где ты видишь возврат? Желтое что? Вот желтое, да, желтое может. О чем ты говоришь? Receipt. Нет, ничего не сказано про возврат. А вот эти длинные, знаешь, белые такие длинных, да, нет? Да, да, да. Ты думаешь, просто второй части не было у них, поэтому они вернули? Да они просто потеряли. А вот. Это опять-таки какая-то информация, вот как и здесь, товарные чеки, понимаешь, квитанции всякие, но нет того, что мы ищем. Окей, это хорошая вещь, задние стенки. Хорошая, мне всегда нужны. Не, у меня-то в голове уже все, она уже не комплект, у меня вот такая вот история в голове. Вот, четвертая. Это столешница. Это выдвижные она ящики. Она какая-то, как я посмотри. Это она, наверное, наизнанку. Нет, я думала, она... Вот здесь вот она стукнута, вот в этом месте. Покажи. Ну, вот здесь, видишь, чуть-чуть. Ну, это можно подклеить как-то. Это не... Что? Да, точно, это... Ого! Эта сторона... столешницы, а вот здесь тоже стукнуто, вот в этом месте. Видно, нет? Смотрите-ка. Вот здесь вот. Видел? Да. Окей. Вот это я говорю, смотри, что они с ним делали такое? И тут еще детали. Так, а ножек-то нету? Как бы тебе объяснить? Она, скажем так, не комплект. Собиралась уже. И она уже собиралась. Видишь, это есть, остального ничего нет. Она явно собиралась, она вся обшарпана, но это, видать, ходила туда-сюда, внутри коробки. Лично для нас, в моем, то есть я как бы для себя, для нас не важно. В нашем случае это дополнительный какой-то материал. Понимаешь, это хорошо. Из него можно собрать что-нибудь другое. Например? Например? Тумбочку. Полочку. Много чего можно собрать, не волнуйся, я тебе что-нибудь соберу потом. Ты мне только скажешь, что тебе надо, я тебе соберу. Если этого будет хватать. Ноль? А? Ноль? Сейчас ноль, конечно. Что на коробку? Хорошо. Очень легкая и очень маленькая коробка. Причем она еще возвратная. Если что там может быть. Да. Знаешь, что напоминает? Как будто мы там потеряли. Потерянные посылки, да, я тоже об этом подумала. Так, барабанная дробь здесь. Пусто. Бумажка. О, еще бумажка. Бумажка. И еще бумажка. Часы. Часы без зарядника. Но я так понимаю, что это, значит, такой зарядник, который... Ну, давай бумажку посмотрим, что здесь. Так. Что, они пишут? Это группа. Какая-то группа. Спасибо. Какая-то группа. Здесь, значит. Тут у нас... А это просто упаковочная бумажка. И часы. Окей. Смотри. Получается. Что? В течение недавнего ресет. Ресет – это сброс. В нашем магазине инсталлер – это кто устанавливает. Removed. Снял enclosed девайс, вот этот, короче, девайс, и вернул это в группу О. Однако это устройство не самсунговское. Но оно не Samsung? Да. Вот здесь. Смотри, it's not property of Samsung. Здесь пишет Samsung. Здесь вот, not property of Samsung, то есть это... В нашем случае, что Samsung это хорошо, у нас есть зарядник для него. Смотри, мы извиняемся за предоставленные неудобства, которые мы могли вызвать. Да? Давай его зарядим, он выглядит как будто не зарядный. А подожди, заряженный. А что там, какая зарядка? Siri, что у нас? Я так понимаю, что это просто беспроводная зарядка. Wireless? Просто положи его, да, и все. У нас есть такой зарядник. И вот здесь кругом написано, просто мелко, наверное, на камеру не видно, но здесь написано. Вот тут Samsung, вот в этом месте написано Samsung. А, да, видно. Samsung Galaxy Watch. А, то, что нужно. Ух ты! Это то, что нужно. Если бы они работали еще. Если они будут работать. Неси wireless этот чарджер. Сейчас принесу. У нас есть быстрая зарядка от Samsung. Она, правда, чтобы для телефона, чтобы телефон так стоял. Но я вот сейчас
Тут загорится лампочка, если он будет заряжаться. Она у нас замигала. Эта лампочка замигала. Почему мигает? А, скорее всего, возможно. Она не должна мигать. Она должна просто... Вот, вот мои наушники. Это мои... Извините. Вот мои наушники Samsung. Если мы их поставим... Сейчас она перестанет мигать. Если мы их сюда поставим, она просто вот, светится. Вот, у меня телефон тоже так светится. И здесь светится, да? Да. Это говорит о том, что тут есть заряд, и она заряжается. Я полагаю, что на этих часах батарейка сильно-сильно, ну, скажем так, в сильном разряде. Или в глубоком разряде. Давно не заряжали. Давай. Надо его просто оставить, пускай оставим, заряжается. Оставим, да, а потом уже доснимем. Окей. Далее у нас возвратный кулер. У него еще ручка. Она держится. Ее можно убрать. Тут измерительная линейка. Скорее всего, это для строителей. Знаешь, она похожа такая, чтобы ближе к строителям. А что причина возврата? Сейчас, погоди-ка. Что-то не хватает. Что-то утеряно? Да. А что может быть утеряно здесь? Давай, давай, посмотрим. Так, это сюда, это сюда. Так. Вон там вот. Здесь. Что? Здесь должна быть затычка. Она нужна, знаешь, для чего? Ты накидал. Смотри, $67 клиренс написано. На распродажу 67. Что, может быть такое? Ничего себе. Ты сюда кладешь? Да, вот этой, да, нету. Ну да, это заглушка. Это она нужна для того, что ты положил сюда воды, я не знаю, какие-то газировки, или просто воды сверху накинула лед. Лед самой собой со временем растаял, появилась вода, и ты воду просто слила, выкрутила его и вылила воду. А вот это место, это открывашка, похоже на открывашку. Да, да, да. Да? Угу. Там пиво открывать. Валер все пиво. Да. И выходит, что вот этой вот штуки не хватает, заглушки. Да, я не думаю, что это не такая проблема. Может, туда купить можно? Да, ее легко найти, это совсем не проблема. Так, я уже ее нашел. В опыте. Он говорит 49. Сейчас со скидкой. А был 89. А так 89. Ничего себе. А вот здесь, смотри, написано клиренс распродажа 67. А там 67. Ну, давай запишем, сколько он, 48? 49. 49. Давай запишем. Погоди, а там пробки не хватает. А, пробки нет. Давай 40 запишем. Окей. Стеллажная полка. Возвратная. Причина возврата не указана. Но самое главное, что эта часть коробки, не знаю, разорвана, вскрыта. Вполне отсюда могло что-то выпасть. Когда мы брали этот палет, там валялось вот это вот. Это его и есть. Она наверное похожа на его, да. Она очень похожа. Вот эти вот детали похожи на именно то, что вот к этому стеллажу остался вот только открыть, да, посмотреть, все ли там на месте и собрать. Я этот час очень долго рвал, но тем не менее получилось. О, выглядит, смотри, как и она отлично. Благодаря тому, что вот эту сторону я очень много разрывал, мы приходим к такому выводу, что эта коробка впервые открывается. Скорее всего, из-за того, что эта часть была порвана, видать, поэтому ее вернули. Осталось только все это дело собрать. Смотри, опция 2. То есть ее можно по-разному собирать тоже. А, они имеют в виду, что его можно поставить бочком к стене. Вот эта стена. Бочком к стене. И таким образом как бы разделить комнату. Или можно, скорее всего, ее... А где опция 1? Опция 1 не вижу. Наверное, вот это вот. Нет, это не то. Я предполагаю, что первая опция – это ее просто плашмя к стене, а другая опция – это ее бочком к стене. А остальное надо плясать и посмотреть. Ну, смотри, все по-заводски упаковано. Угу. Поставили мы эту полочку нашу игровую нашим девочкам, так как всегда не хватает места на все эти игрушки, книжки, ну и все в таком духе. Осталось эту только полочку
закрепить. Я еще не успел ее закрепить, но надо срочно сделать, чтобы она случайно как бы не рухнула. Нашли мы его, эту полочку, в Walmart'е. Ее стоимость $68. На данный момент ее нет в продаже. Их, а они существуют в двух цветовых оттенках. Такая коричневая и светлая. Ну и стало быть, все размеры. Далее у нас идет амкрат на 2 тонны. И причина возврата. Вижу. Не всегда это. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Давайте откроем, посмотрим, что там не хватает. Мне кажется, я уже догадываюсь, чего там не хватает. Чего? Там, наверное, рычага не хватает. Не хочет выходить. Я у нас еще открывается. Это все заклеено. Да, так и есть. Рычага не хватает. Вот здесь, да, что-то крепляется? Это рычаг. Это рычаг. Ну, а так он новый, да, смотри? Да, он, сейчас он нужен. Бесполезный, да? Ну, почему? Или... Трубу или... воткни и начинай его туда-сюда мучить. Сейчас я попытаюсь что-нибудь подходящее найти и попробуем. Так, ну, это, понятное дело, совсем не то, что нужно. Ну, пока месь. Пока месь. Ну вот, поднимает. Поднимает. Ну, какой-то маленький или... Они нормальный, подожди, да? Нормальный. Ну да, нет. Меня держит. Ага. Меня держит, видимо, и 2 тонны тоже держит. Это... А. Это опускает. Опускает, да. Так, это все работает, не хватает только рычага. Трубка такая, которая в виде... Ну, как рычага используется, ну, да, а потом да, ставишь да. его туда. Так. Цена. Так, вот мы его нашли в Walmart. Его стоимость $39. Мы эту ручку тоже прикрепили, как и на картинке. И вот этого самого рычага у нас и не хватает. Вот этой палки. Все остальные у нас на месте. А сколько будем оценивать? А, ну, ну, давай, я не знаю. Одно железки нет, давай напишем 30. Окей. Далее у нас металлическая стеллажная полка. Скрывалась, возвратная. Причина возврата. Причина возврата. Это то есть, что это? Не нравится? Ну да. Не нравится. Так, это система крепежа. И тут получается 1, 2, 3, 4, 5. Нет. Нет. Они ее вынули. Видишь, вот эти ножки все развалены. Угу. Обычно эти ноги привязаны хомутами пластиковыми. И давай. Вот эта часть, они ее пытались собрать, и что-то у них не вышло. А нам она нужна, нам полка нужна. Мы ее сейчас соберем, и все будет хорошо. Готова наша полочка, металлическая, прочная. Ну, сюда можно ставить всякие тяжести. Как я и говорил, эти детали, в этих деталях, скажем, хранятся ноги, вот эти вот железные. Там здесь это закрепляется с обеих сторон. Это для, ну, в общем, это для упаковки. Это запасные, они всегда кладут. Производитель всегда кладет запасные части на случай, если что-то утеряется. Ну, а это тоже к упаковке относится. Почему я все это так хорошо знаю? Просто у нас таких полок уже несколько есть. Они нам очень нравятся, мы их всегда используем. Тут нам гаражи нужны. И эту полку мы тоже оставим себе. И стоимость. Стоимость этой полки в Walmart $69. Хорошая цена. Да, так и записываем 69. Да, и одна вот эта вот полочка выдерживает 350 паундов, написано на коробочке. А. Часы Samsung Galaxy Watch. Они у нас так и не запустились. Возможно, мы неправильно заряжали их. Дело в том, что у нас нет какой-то особой зарядки для часов. У нас есть просто беспроводная зарядка для телефонов и так далее. Который, на которых можно зарядить, в том числе и часы. Пробовали мы какое-то время подзарядить, и они-то так и ничего. Пока мы записываем их в ноль, мы, конечно, попытаемся их отдать в сервис и попробовать их отремонтировать, возможно. На всякий случай
Сейчас у нас ноль, а на всякий случай, вот его стоимость. $267 со скидкой. А без скидки они стоят 380. Ну, мы это не учитываем, вот 267 на тот случай, если вдруг кому интересно. Наша распаковка завершается. Мы сосчитали все, что у нас получилось. Это $1105. Купили мы его за 450, вычли, и у нас осталось $655. Прибыли, выгоды, там непонятно, там кому как. Самое главное в этом палете нам достался белый комод. Очень такой как раз и нужная, необходимая вещь сейчас нам. И буккейс, это как это? Книжная полочка, да, это нам тоже она нужна. Ну и всякое там туда-сюда, что-то продадим, что-то оставим. Стулья бы мы хотели оставить себе, но так как у нас маленькие дети, а там чехлы не снимаются. Мы их будем продавать, потому что мы знаем уже, наши дети их быстро испачкают. Сейчас пока мисс Эльза, она очень быстро их пачкает. Те стулья, какие у нас есть, то, что мы сейчас используем, там легко снимаются чехлы, их стираем и обратно, и можно им пользоваться. А эти красивые стулья уже не такие. Жалко их, да? Пачкать. Их будет очень жалко. Они один раз испачкаются, и все, что с ними делать. Мы их поэтому будем продавать. Пишите ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Всем мира и добра. Всего хорошего, всего доброго. Пока-пока. Пока-пока. Вы еще здесь? Расходимся. До новых встреч. Увидимся в следующем видео.